8 часов в столице. Вы смотрите новости. С вами Динара Саду. Доброе утро. Погода без осадков ожидается сегодня на большей части Казахстана. А вот в южных регионах страны ее будет определять южный циклон, говорят синоптики. Он принесет с собой дожди, усиление ветра с пыльными бурями. 5-6 декабря в большинстве областей республики ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки преимущественно в виде снега. Ожидается гололед, туман, порывистый ветер в северной половине с метелью. Казахстан и Индонезия договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации против COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана. Соответствующий меморандум подписали вице-министр здравоохранения Казахстана Марат Шоранов и министр здравоохранения Индонезии Будди Гунади Садикин во время онлайн-форума. Марат Шоранов также призвал индонезийских коллег совместно производить вакцину «Казвак». Цитирую. «Мы рассчитываем завершить вторую фазу строительства завода по производству вакцины и выйти на мощность 60 миллионов доз в год в 2022 году. Мы готовы организовать экспорт вакцины «Казвак», – заключил вице-министр. По данным отечественного Минздрава, сегодня казахстанские паспорта вакцинации признают 20 стран мира – Аргентина, Венгрия, Грузия, Иран, Иордания, Кыргызстан, Мальдивы, Монголия, Армения, Беларусь, Молдова, Перу, Сан-Марино, Сербия, Тунис, Индия, Филиппины, Таиланд, Турция и Эстония. И как только что стало известно, в стране за минувшие сутки зарегистрировали 686 случаев инфицирования COVID-19. Больше всего фактов в Нур-Султане, Карагандинской и Павлодарской области по 103, 83 и 77 фактов соответственно. Тем временем сразу в 4 районах Западно-Казахстанской области закрыли инфекционные стационары. Сегодня в регионе в 11 стационарах лечение получает 119 человек. Только за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом снизилась на 15%. Большую часть заразившихся COVID-19 медики выявляют при обследовании пациентов, обратившихся с симптомами ОРВИ. Между тем, в области, как и по всей стране, идет ревакцинация привившихся, а вакцину Pfizer уже получили больше 2000 человек, в их числе почти 1300 подростков. Школьников прививают только с письменного согласия родителей или опекунов. Проблем с вакцинацией подростков у нас на сегодняшний день никаких нет. Вакцинацию мы проводим как в школах, так и в поликлиниках, в зависимости от желания родителей. При желании родители или их законные представители могут присутствовать при осмотре врачом общей практики или педиатра. У нас привито первым компонентом 249 523 человек, это где составило 60%. Вторым компонентом привито на сегодняшний день 231 тысяч, это 56%. Но вместе с тем, от численности населения нашего региона привито всего 38%. Поэтому на сегодняшний день рано говорить, что мы достигли коллективного иммунитета. К другим темам. В центре Жамбылского района Алматинской области, селе Узынагаш, впервые за 30 лет начали возводить многоэтажные дома. До этого по госпрограмме сдавали только одноэтажные особняки. Сейчас здесь идет строительство 3-5-этажек. Их планируют сдать в эксплуатацию в конце 2022 года. Тогда жильем будет обеспечено 180 узынагашцев из числа 2800 очередников. Всего вместе с тем в райцентре строится здание новой школы на 1500 мест. Она разгрузит две близлежащие, которые работают в 3 смены. Сейчас у нас идет активная застройка Узынагаша. Один из местных предпринимателей предлагает рядом со строящимися домами возвести еще 3 многоэтажки. Мы предусмотрели всю инфраструктуру. Вскоре здесь вырастет новый микрорайон со своей школой, детсадом и другими социальными объектами. В Актобе снизили стоимость проезда в общественном транспорте для некоторых категорий граждан. В частности, пенсионеры, инвалиды 2-й и 3-й группы смогут ездить в автобусах с 50% скидкой. За эту услугу они теперь будут платить 40 тенге вместо 80. Ветераны войны и лица, приравненные к ним, а также инвалиды 1-й группы ездят в общественном транспорте бесплатно. Проезд этих категорий граждан перевозчикам компенсируют за счет бюджетных средств. В целом на субсидирование социально значимых маршрутов выделили 1 300 000 000 тенге. Мы утвердили субсидирование по 29 социально значимым маршрутам.
На ближайшей сессии планируем увеличить субсидирование, так как мы видим, что компании начали завозить новые автобусы. В декабре тоже планируется новый завоз. Мы ожидаем. Все зависит от завода-производителя. Продолжаем выпуск. Модернизация стартового комплекса «Зенит» под «Союз-5» начнется в марте следующего года. А уже на декабрь 2023-го запланирован первый запуск по проекту «Байтерек». Об этом стало известно на деловом форуме ЕАЭС «Космическая интеграция». Он проходит в Москве. Документация по проекту «Байтерек» согласована. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации космического ракетного комплекса «Зенит-М». Россия же разрабатывает ракетоносители, которые планируют запускать оттуда. На это соседи планируют потратить почти 63 миллиарда рублей. Напомню, в октябре 2020 года Казахстан и Россия подписали контракт на создание космического ракетного комплекса «Байтерек». Он должен обеспечить запуск ракеты-носителя «Союз-5» и ее возможных модификаций с высоким уровнем экологической безопасности. Они должны завершить эту работу хотя бы месяца за три до пуска, то есть где-то к августу 2023 года. То есть у них полтора года всего на работу, это очень сжатые сроки. С тем, чтобы мы могли, уже проведя вот эти все необходимые наземные технологические испытания, выйти в декабре 2023 года на первый пуск. Он будет без полезной нагрузки, с массогабаритным, значит, макетом для проверки всех систем. А думаю, со второго пуска мы начнем уже стрелять космическими аппаратами. Впервые в Узбекистане пройдет Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации. Мероприятие запланировано на 2023 год. О проведении очередной генассамблеи ВТО в Самарканде стало известно после голосования в рамках 24-й сессии ЮНВТО, состоявшейся в Мадриде. Отмечу, что основным конкурентом Самарканда была португальская столица Лиссабон. По результатам голосования с явным преимуществом победил Самарканд. Этот город сейчас становится настоящим туристическим центром всей Центральной Азии. Власти Узбекистана планируют реализовать 200 проектов, направленных на развитие туризма в этой области. Их общая стоимость составляет порядка 285 миллиардов тенге. Проведение такого мероприятия в первую очередь служит тем целям, которые ставит перед нами наш президент. Это увеличение доходов населения. И проведение такого мероприятия, конечно же, в дальнейшем послужит кардинальному увеличению потока туристов в город Самарканд. И создаваемая та инфраструктура, это и новый терминал международного аэропорта Самарканда, и строящиеся новые гостиницы, проводимая работа по благоустройству города, по реставрации наших исторических памятников. Конечно же, это окупится сторицей. И я думаю, что, как мы сказали, в первую очередь это почувствуют на себе наши граждане, жители города Самарканда и в целом все жители Узбекистана. Инженерные войска из Эстонии и Великобритании прибыли в Польшу. Они помогут стране защитить границы с Беларусью. Это больше 150 человек. Они прослужат в регионе до конца апреля. Военные будут укреплять старые заграждения и строить новые. Его, в свою очередь, оснастят датчиками и средствами наблюдения. Работы начнут через несколько недель. Отмечу, в начале миграционного кризиса польская сторона построила заграждение из колючей проволоки. Но это не стало серьезным препятствием для беженцев. В погранслужбе страны заявили, что ждут новые организованные потоки людей. Несмотря на то, что попыток пересечь границу стало меньше, беженцы действуют агрессивнее. Ранее правительство Литвы на месяц продлило режим ЧП в районах на границе с Белоруссией и включило туда регионы, граничащие с Польшей. Талибы издали указ о правах женщин. В нем представители запрещенного в Казахстане движения подчеркнули, что никто не имеет права принуждать незамужнюю женщину или вдову вступать в брак или предлагать ее в качестве компенсации за прекращение ссор. Теперь вдовы могут самостоятельно определять свою судьбу, а также претендовать на часть наследства или приданого в случае нового замужества. Кроме того, в указе отмечается, что многоженцы обязаны предоставлять равные права всем своим женам в соответствии с законами шариата.
Представители Талибана поручили нескольким ведомствам позаботиться о том, чтобы женщины знали свои права. Отмечу, в документе ничего не сказано о правах на работу и образование. С момента прихода к власти талибы заметно ограничили права женщин. Большинство школ для девочек закрыты. Многие сотрудницы не могут вернуться на работу. Акции протеста, которые устраивают женщины, резко подавляют. Завершился заключительный этап сверхмарафона Нур-Султан-Уральск. В преддверии 30-летия независимости казахстанские бегуны преодолели больше 2000 километров. Маршрут пролегал через Кокшетау, Петропавловск, Кустанай и Актобе. Все расстояние легкоатлеты преодолели за 8 дней. В забеге участвовали 15 ультрамарафонцев. Их девиз – ни одного шага пешком, ни километра на колесах. Финишную линию атлеты пересекли в Уральске у монумента независимости. И на этом пока все. Я желаю вам хорошего субботнего дня. До встречи.